Конечно, очень много вопросов возникает, почему, скажем, картина во Франции идет повсюду практически, и люди интересуются, и почему, скажем, на Украине эту картину практически никто не видел и, может быть, и не увидит. Это вопрос, не знаю, дело в том, что начнем сначала с какой-то стороны сугубо технической, это очень важно, потому что система проката, она не предусматривает широкий прокат вообще документальных фильмов, потому что те люди, кинотеатры, которые занимаются фильмами, скажем, некоммерческими, они боятся ужасно, что на документальный фильм вообще не придет никто. Вот, и это опасность. Ну, наверное, будет, но надо же всегда с чего-то начинать. Понимаете, если не начинать и бояться, то тогда оно не начнется по определению. Второе, это проблема в том, что телевидение практически не интересуется документальными фильмами тоже. Тогда получается, тогда вопрос. Документальные фильмы, которые Украина делает и делает немало, их шанс быть увиденными только на фестивалях, потому что попасть прокат широкий в другой стране, это действительно практически нереально. И я очень рад, что у нас есть такой прокатчик французский, который без сомнения сразу сказал «беру и показываю» и выпустил, и оказался прав. Понимаете? Но это шанс, конечно. Вот, в противном случае только зрители разных фестивалей могут увидеть картину. Но не широкий зритель. Но это все-таки не совсем нормальная ситуация. И это грустно, я скажу.